дядя Федор, это ты что ли? Да. Привет. А что случилось? Я потерялся в моей паровозике. Потерял паровозики? Да. 10 штук. 10 штук? Дядь Федор, ну надо искать, что делать? Да. Пойдем. Пойдем. О, дядь Федор, смотри, вон твой паровозик, лезь за ним скорее. Да. Давай. Ой, ой. Ну что ты скользишь? Доставай свой паровозик. Хорошо. Так, сижаю. Все, давай, кладем и там лететь. Ну вот, дядь Федор молодец, достал первый паровозик. Молодец. Пойдем дальше искать. Да. Идем. Ой, дядь Федор, осторожнее. Обходи колобка. Проходи. Пойдем. Только не прикасайся этим козям, они могут тебя ударить. Глаза, говоришь, не трогать? Да. Давай, я не трогаю. Все, я езжаю. О, у меня еще один паровозик большой. О, точно. Давай складывать. Большому паровозному папе в кузов кладем. Все, давай пятей другой. Найдем. Давай. Нет, пойдем со мной. Иду, иду. Ой. Извини, где смотрите? Так, дядя Федор, мне кажется, нам туда. Давай. Ой. Нет, есть со мной, только опальни наступай на газа. Хорошо, не буду. Не буду наступать. А почему нельзя на них наступать? Они могут тебя током ударить. Хорошо. Ой, все. Дядь Федор, за мной. Смотри, еще один паровозик. Поезд. Так, ну что, берем его в наш волшебный чемоданчик. Клади. А теперь посчитай, сколько у нас уже паровозиков там. Один, два, три. Ну что, идем искать дальше, дядь Федор. Ой, дядь Федор. Помогай, я застрял. Тащи меня. Ой, ой, ой. Спасибо. Ой, дядь Федор, мне кажется, я там что-то вижу. Да, это наши паровозики. Точно, это они. Вот они. Целых два. Дядь Федор, зачем ты съедаешь паровоз? Ну что, давайте сложим наши паровозики в домик. Так, дядь Федор. Так, смотри внимательно, дядь Федор. Я знаю, паровозы где-то. А, так вон же они. Дядь Федор, этот лабиринт, он слишком маленький для меня. Тебе придется самому достать паровозики. Сможешь? Ну давай тогда. Давай, дядь Федор, у тебя получится. Лезь на самый верх. На самый? Да, на третью ступеньку. Один, нет. Два, молодец, последний. Давай, дядя Федор, лезь на третий этаж. Хорошо. Лезь выше. Еще чуть-чуть, и дядя Федор будет у цели. Вот он. Молодец, теперь спускайся. Я теперь помогу. Давай, дядя Федор, неси. Будем складывать. Так. Так. Два. Один, нет. Три. Нам только вот так, да, паровозик, а не надо. Да, дядь Федор, молодец. Осталось найти два паровозика. Да, дай пять. Мы отличная команда. Да. Идем дальше. Мить, давай на батуте поищем. Да, давай. Поезжаем. Лезем. Да, ой. Так. Давай, давай. Ты молодец. У тебя получается. Теперь я. Да. Миша, поки, еще один паровозик. О, точно! Вот он! Ну-ка, давай, доставай, дядь Федор. Офигеть! Ау, ты мне на руку наступил. Ой. Ну что, дядь Федор, складывай. Так. Так, мы молодцы, дай пять.
Еще три. Отличная команда. Да. Теперь пойдем дальше играть. Да, ой. Ну что, дядь Федор, мы уже нашли 9 паровозиков. Осталось найти только один. Да, пойдем. Где же он? Вон он. Давай, дядь Федор, складывай последний паровозик. Ну что, мы с дядь Федором настоящие молодцы. Все паровозы найдены. Можно прощаться. Пока-пока.